первого числа тренировка была, конечно, так, немножко было напряженно, но все это понимали, вышли, как бы, потренировались по полной, вот, старались, как бы, выжимать, вот, все из себя, потому что сейчас игра, как бы, нам некогда расслабляться, нужно дальше продолжать победную серию, как бы, выполнять свою задачу. Вы вернулись в звено к Курьянову и Широкову. Приятно было вспомнить старые связи и сразу получилось взаимопонимание вспомнить. Да, потренировались несколько раз. На самом деле я специально так вот готовился, хотел как бы именно к домашним играм, чтобы как бы войти побыстрее в строй. Вот, не забывались эти, как вы правильно сказали, связи. Вот, да, получилось. Вроде как бы забиваем голы, правда. Пока больше партнера забивают, но ничего, главное, что есть голы, есть победа, это основное. Можно ли сказать, что сегодня у «Авангарда» испытание чемпионом? Да, безусловно, конечно. Чемпионы всегда настраиваются, тем более два года подряд «Динамо». Вот. Мы не забыли еще старые, так сказать, обиды, как бы так, что будем готовиться вдвойне. Вот. И сегодня очень сильная команда, это проверка, конечно, на прочности нашей команды. Все-таки как играть против «Динамо», как считаете? Ну, битва, самоотдача, как бы полное выкладывание на поле, как бы вот. И не обращать внимания, как бы я думаю, где-то может быть наступить себе на горло. Вот наш такой атакующий комбинационный хоккей, может быть, где-то, ну, на него немножко закрыть глаза и побольше бросать на ворот, побольше лезть, потому что с такой боевой командой как бы может не пройти. Вот именно наш атакующий стиль как-то можно где-то перетерпеть, тем более на выезде играем, где-то сыграть может быть немножко больше от обороны. Вот. Но нам сегодня главная победа, то есть неважно как, что, как, главное 3 очка сегодня.